Верховный суд Российской Федерации так и не вынес решение по территориальной подсудности дела Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова. Это уже второе заседание суда, на котором должно было решиться, где будут судить экс-мэра краевой столицы – в Москве или во Владивостоке. На заседании 9 ноября представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации неожиданно заявила о необходимости продления ареста Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову, а также домашнего ареста Андрею Пушкареву на 3 месяца. Защита категорически не согласна с ходатайством прокуратуры и считает подобное требование незаконным. Более того, когда адвокаты попросили представить ходатайство в письменном виде, прокурор сказала, что его нет. Онлайн-трансляцию из зала суда вели корреспонденты Владньюз. Слово прокурору Елене Луканиной. Она продолжает утверждать, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников могут влиять на суд. Лушников что-то пишет, Пушкарев молча слушает. Прокурор просит продлить срок домашнего ареста для Андрея Пушкарева и срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова на 3 месяца. Игорь Сергеевич потемнел в лице. Ходатайство прокурора для всех стало неожиданностью. Слово снова адвокату Игоря Пушкарева Александру Высоцкому. Обвиняемый уже содержится под стражей незаконно. Какой еще дополнительный срок ареста? Продление ареста тем более незаконно. Нет оснований, превышен максимальный срок арестов всех 3 фигурантов. Рассмотрение дела было решено перенести на 15 ноября. Это будет уже 3-е по счету заседание по определению территориальной подсудности. А вот что написал на своей личной странице Facebook сам Игорь Пушкарев относительно нового поворота событий. Судья вновь не смог вынести решение из-за позиции прокуратуры, представитель которой внезапно заявил о ходатайстве о продлении нам ареста еще на 3 месяца. Басманный суд закрывает глаза на подобные вещи от прокуратуры и следствия, удовлетворяя все, но, надеюсь, Верховный суд России не опустится до этого. Вот так бывает, еще вчера ни о каком ходатайстве речи не было, а сегодня внезапно появилось. Впрочем, дошло до смешного, что прокурор пришла в суд без оригинала ходатайства и даже не смогла отдать копию адвокатам. В любом случае, готовимся к следующему заседанию в надежде на высший судебный орган. Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев заявил о досрочном прекращении полномочий. Исполняет обязанности главы на данный момент Алексей Литвинов. Он стал градоначальником после того, как Константин Межонов, который руководил городом, перешел на должность вице-губернатора края. Теперь он курирует вопросы культуры и образования. С точки зрения политики, шаг значимый, да? То есть он отсекает эпоху, когда городом руководил Игорь Сергеевич. Он сам подвел эту черту, можно сказать, да? И эта черта, эта точка, она попала уже на эпоху правления нового губернатора. Игорь Пушкарев был у власти больше 8 лет, и за этот срок было сделано немало. Если до 2009 года население Владивостока уменьшалось на протяжении более чем 20 лет, за правление Пушкарева оно выросло на 30 тысяч человек. Недавно открылся 25-й по счету детский сад, построенный за этот же период. А с учетом реконструированных и возвращенных муниципалитету детских садов было создано более 11 тысяч мест для юных владивостокцев, что равнозначно 50 детским садам. За годы его правления было капитально реконструировано более 70 дворов, проведен капремонт десятка городских пешеходных зон, отремонтировано порядка 50 улиц, расширена с 2 до 4 полос дорога на улице Веселковой, построена объездная дорога в районе 2-й речки по улице Шуйской, сделана трасса до Токаревского маяка, введены в строй объекты, существенно разгрузившие улично-дорожную сеть, дороги Снеговая бухта Горностайк, дорога на Котельниково, объездная Варяг-Заря, проходящая через лесной массив, основная часть большого транспортного узла и дороги Дублера Тухачевского, Днепровская, Вострецова. Такие же или похожие достижения есть практически в каждой отрасли города. Отставка Пушкарева с его стороны шаг добровольный и по-человечески понятный. Это стремление придать новый импульс взаимодействию городской и краевой власти, отмечают эксперты. Решается, когда судьба человека, не последнего человека в Приморском крае, имеющего заслуги в том числе, а по сути происходит следующее. Одно лицо должностное пишет некую бумагу, так. И другое лицо, суд, да, должно по этой бумаге принять решение, что судить его будут там, вот там, да, в Москве. Что в этих бумагах написано, по сути, уже никого не интересует. То есть они могут что угодно там написать, хоть, как уже говорили, на продление ареста, да хоть чистый лист бумаги присылайте, все равно продлят. Правление Игоря Пушкарева действительно эпоха. Это период мощного развития во всех областях, от строительства детсадов до международных отношений. Более того, Игорь Пушкарев последний всенародно избранный мэр. Его последователи будут назначенцами. Их выберут депутаты городской думы. Сейчас Дума Владивостока назначит процедуру формирования специальной конкурсной комиссии. Нужно создать комиссию. Да, в чем будет заключаться ее функционал? Это будет 3 человека с Думы Владивостока, 3 человека от губернатора Приморского края. Эта комиссия из 6 человек будет принимать документы у потенциальных претендентов на этот пост,
проверять, подходят ли они по критериям или нет. И если подходят, они их допускают ко второму этапу, который уже означает непосредственно голосование. До Нового года в Краевом центре, возможно, появится новый градоначальник. Игорь Пушкарев покинул свой пост достойно, оставив город следующему руководителю в ухоженном и преображенном состоянии, создав в мэрии команду настоящих профессионалов. Напомним, заседание Верховного суда, которое, возможно, определит дальнейшую судьбу теперь уже экс-мэра приморской столицы, назначено на 15 ноября. Катерина Матвеева, новости на 8.